Контейнеры для сбора одежды появились в Химках. Сдать на переработку можно любой текстиль, от старых сумок до пуховиков. Заместитель главы округа Евгений Акуличев и сотрудники отдела экологии одними из первых отправили вещи на переработку. Всего у нас на территории городского округа более 90 таких вот контейнеров, в которых жители могут принести ненужные, да, вещи. Эти вещи два раза в неделю с таких контейнеров по всему городскому округу извлекает и дальше их отправляет на переработку. Экологическую акцию поддержала муниципальный депутат Инна Монастырская. Это прекрасная инициатива, идея, которая внедряется в наш город. И замечательно, что много жителей действительно и сортируют мусор, и очень у многих действительно много одежды, которую, как правило, не знаешь, куда деть. Не вся одежда впоследствии отправляется на переработку. Вещи хорошего качества передадут в благотворительные фонды. Напомним, что в Химках также действует площадка по сбору крупногабаритных отходов для переработки – «Мегабак». Площадка для раздельного сбора отходов работает по адресу улица Машенцева, вблизи дома 9, с 9 утра до 6 вечера.